чужаков с нашей земли. Мы Алькатал. Мы убийцы. Мы сражаемся без печали. Мы ведем войну без сочувствия. Только так живет. Так умирает настоящий солдат. Чарли 2 главный, я Эхо 3-1. Главный слушает. Вижу площадку. Наши парни прибыли вовремя. Понял, 3-1. Отряды Копье к бою готовы. Можешь начинать. Полковник, у нас проблема. Поздно, Ласвелл. Мы начали. Нет, пока я не скажу. 3-1, я хранитель. Как слышно? Резидент Ласвелл, слышу вас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Алекс. Найдите газ, захватите все машины Баркова и быстро валите точки. Вас понял, справимся. Всем отрядом копье пробивать в точку. Понял. Выдвигаемся. Нам надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? Русского генерала тут точно. Осторожно. Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Слышу двух. Ищут нас. Два наемника, без формы. Что-то слышу? Сейчас. Эй, кто здесь? Выйди, покажись! Значит, можно их снять. Все чисто. Понял. Вставайте на гребне, давайте осмотримся. Синий Викинг 5, я Эхо 3-1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял вас, 3-1. Викинг ожидает. Разведай местность. Убедимся, что там нет России. Через главные ворота заезжает машина. На вышке, сверху слева, не солдат. Понял. КП, точка входа. Все цели наши. Машина поехала. Есть движение на ЖД путях. Вот как привозят газ. Патрульная машина. Наемники. Охрана. Разрешенные цели. Российских военных там нет. Зови авиацию. Синий Викинг 5. Я Эхо 3-1. Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. 5 секунд. Эхо 3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами. Внимание. Солдаты противника. Их много. Подожди, пусть подойдут. Здесь люди. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Все, валим их. Чисто, вперед.
Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химикаты распространять. Огонь! Пожалуйста! Помогите! Добейте его! Туши огонь! Я пытаюсь! За мной! Мне платят, чтобы я воевал, а не пожары тушил! Пошли! О, элементы неожиданности у нас нет, парни. Так что глядите в оба. Будьте начеку, мы заходим вслепую. Пулеметное гнездо! Он укрепился! Нужен подавляющий огонь! Вперед! Есть давай подавление! Туда. Заходи сбоку и снимай его! Прорываемся! Надо захватить газ, пока они его не увезли! Пошли! Есть! Они движутся! Бежите туда! Он раскрылся! Цель движется! Пулеметчик убит! Молодец, Сэро! Что под нас? Цель уничтожена! Пошли! Технику, господин! Вижу цель! Вижу врагов! Они уходят к складу! Вперед! Видно! Вижу его! 20 метров! Чисто. Там должен быть газ, если мы не опоздали. Чисто! 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 Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Начали. Они свет отключили. Включаем фонари. Со мной. Темно, хоть глаз выколи. Слышите? Говорю вам, тот, кто вырубил свет, вы это видели? Найти его. Контакт! Вот он! Движение на мостике! Мы его потеряли, он ушел! Ты
чисто! Все чисто! Давайте включим свет и найдем этот газ. Понял, 3-1. Еще! Еще где включим свет? Включим свет, найдем газ и уходим. Облом. Дверь открывается электричеством. Нам нужен свет. А вот и свет. Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Спецназ. Хранитель, я 3-1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Как всегда, конец связи. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Принято. Джекпот. Вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Понял. Выдвигаемся. Всем внимание, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Сиди, Анфера. Мало руси. Маринс. Амитар. Мазимитарак. Варан. Хранитель Яеха 3-1. Алекс, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь эта операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник, Ласвелл. Генерал, мои люди... Норрис, оставьте нас. Да, мэм. У нас проблема. Начальство Баркова отказало в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал. Сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше.